Вітаю вас, шановні глядачі, і з задоволенням хочу представити нашого гостя. Це експерт Асоціації працівників транспортної галузі та інфраструктури Ігор Житінський. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Пане Ігор, я пропоную бути чесними перед нашими глядачами. Програма наша триває у запису, а власне цей запис тривав в той час, коли Миколаїв та область накрила негода. Минулий рік, позаминулий рік був викликом стосовно такого снігу для комунальних служб області. І в цьому році, як ми можемо спостерігати, теж вже такий сніг чималий випав. Як ви вважаєте, чи впорається область в цьому році з таким викликом? Чи готова вона до стихії? Ну, давайте говорити чесно, що, давай оцінку ефективності роботи органів державної влади, якщо брати обласну владу, то я считаю, что она поступила крайне правильно, она честно призналась в том, что сил и средств обеспечить безопасное движение по дорогам областного значения внутри области нет. И я считаю, правильное было принято решение руководства области перекрыть на время стихийного, скажем так, ну, у нас каждый снег – это стихийное бедствие, неожиданное, да, перекрыть движение по транспортным магистралям. Потому что, почему я думаю, руководство области приняло такое решение, что реально у нас все города и районы, и автодоры, и все, все думают по принципу, а вот в этом году нас пронесет. И, как правило, не делают достаточного количества запаса ГСМа на уборку снега. Я думаю, что частично списываются деньги на ремонт техники. Насколько я понял из того совещания, которое проводил замгубернатора с представителями автодоров, автодоры на местах не заключили договора с фермерскими хозяйствами для привлечения техники их для уборки территории. Поэтому, видя ту картину, что, скажем так, разгильдяйство и коррупционную составляющую в нашей стране никто не отменял, исходя из этих всех предпосылок, я думаю, что решение было принято правильно, чтобы не играть в прятки с человеческими жизнями, что перекрыли движение на основных магистралях в области. Движение перекрыли полностью или для большегрузного транспорта? Насколько я могу комментировать из заявлений заместителя губернатора, движение перекрыто полностью, потому что на автостанциях автобусов практически нету, значит, до ведома автопредприятия была доведена информация, что движение будет перекрыто, и поэтому нет автобусов на автостанциях. Смотрите, вот вы говорите о том, что коррупционная составляющая, неготовность области, вот пример прошлого года, когда по Николаевской области машина двигалась, ну, скажем так, до Первомайска около 6 часов, после того, как выехала за пределы Николаевской области, вот Киевская трасса, Киев-Одесса и вот Западной области, там, где тоже была стихия, там проезжаемость абсолютно нормальная. А с чем вот связано, что вот в других областях могут, а у нас нет? Ну, в Николаевской области вообще интересная ситуация. Если, ну, какие-то вообще, вот, какие-то даже, вне времени даже если пространства. Если обратиться немножко так не так давно в прошлое, на одном из заседаний Кабинета министров, министр инфраструктуры Емельян чуть ли не с криком о помощи обращался к Гройсману, говорит, что мы не можем приступить к ремонту дорог в Николаевской области, пока не согласуем их со смотрящими, которые держат Николаевскую область. И это было в прямом эфире на заседании Кабинета министров. Поэтому это ответ на ваш вопрос, почему Николаевская область не готова к стихийным таким катаклизмам, как выпавший снег. Поэтому я думаю, такая же ситуация, что, увы, у нас многие руководители разных подразделений назначаются не по принципу профессиональной пригодности, и которые могут выполнять поставленные перед ними задачи, а по принципу экономической целесообразности, с тем, с кем можно строить схемы, с тем, с кем можно строить определенные обходные пути, те, которые умеют уводить деньги в тень. Поэтому у нас сейчас, увы, во всех отраслях промышленности ценятся не специалисты, инженеры, которые могут созидать и что-то делать, а специалисты-схемщики, которые могут уводить деньги в тень. Как результат, мы видим ситуацию во всех отраслях нашей промышленности. Скользкая тема, да. Скользкие дороги. Но давайте, собственно, перейдем к той теме, которую мы запланировали, о которой мы запланировали поговорить сегодня. Новый год принес нам не только новые надежды, но и определенные сюрпризы. Например, повышение тарифов. Тарифа на проезд в пригородном транспорте. Вот с 31
декабря, в частности, Новобогдановка, Николаев, проезд стал 17 гривен, а был 13 гривен. С чем связано это повышение? Ну, я хочу сказать, это, наверное, не единственный населенный пункт. К нам в ассоциацию обращаются жители и поселка Сопетня, и Ольшанская, о том, что идет ползучее повышение проезда в пригородном межгородском транспорте. Что я им хочу сказать? Это, подводя итог, это итог либеральных и дереволюционных реформ нашего правительства. Когда мы пытаемся приблизиться к Европе, мы немножко забываем то, что реальность украинской жизни от европейской далека. И почему происходит повышение проезда? Если не ошибаюсь, постановление Кабинета министров номер 248 мая 2015 года фактически отпустил цены на проезд в городском, пригородном, межгородском транспорте в свободное плавание. О чем это говорится? Что перевозчик, обосновывая свою цену проезда, может ее самостоятельно повышать, как он считает нужным, до экономически обоснованного уровня. Казалось бы, это европейская норма, и она должна была стимулировать к развитию бизнеса. Но у нас же забыли о том, что... О наших реалиях, что под эту европейскую норму не должны были допустить монополизации рынка пассажирских перевозок. В Николаевской области 75% рынка пассажирских перевозок находится в одних руках и у одного собственника, фактически, который может как парализовать всю область, транспортное сообщение, так диктовать монопольные условия. Ну, то есть нет конкуренции? Нет конкуренции. И это все было сделано с молчаливого, не то что согласия, а с молчаливой, скажем так, этому подыгрывала областная государственная администрация в лице департамента, который вместо того, чтобы на рынок заводить новых игроков и делать конкурентную среду, сделал все, что показалось в одних руках. Второе, скажем так, тоже немаловажный факт, это государство почему отпустило тарифы на проезд? Потому что государство играет с жителями нечестную игру. С одной стороны, государство дает льготы льготным категориям населения, участники АТО, там, чернобыльцы, инвалиды и так далее, их 23 категории льготных, которые имеют право бесплатного проезда в пригородном сообщении. И что получается? Дают льготы, но деньги на места местным громадам, на компенсацию льготного проезда, передать, как всегда, забывают. Или специально это делают. И понимают, что проблему надо как-то решать, и по умолчанию говорят перевозчикам: мы вам разрешили поднимать тариф. Поднимайте его так высоко, как вы считаете целесообразным, но не требуйте с нас деньги по компенсации льготного проезда. И получается, что тот пассажир, который платит за себя, платит еще за кого? Он платит еще за того льготника, которому льготу дало государство. Фактически государство дважды обдирает того, кто платит. То же самое ситуация происходит и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Потому что кто платит, тот платит за тех, кто должен получать субсидию. Поэтому государство по отношению к своим гражданам поступает нечестно и по отношению к бизнесу. Что касается непосредственно данного случая повышения проезда. Я слушал комментарии сельских голов, которые подняли эту тему, и тут есть тоже интересный факт. Они говорят, что проезд за полгода поднялся на 60-70%. Я могу четко сказать, экономические обоснования для повышения проезда на 60-70% за полгода нет. Если перевозчики говорят, что повысилось дистопливо, да, оно повысилось, но оно еще не достигло уровня начала 2014 года, помните, когда в городе бастовали перевозчики в Николаеве, из-за резкого скачка дистоплива, тогда было дистоплива 24-26. Сейчас у нас на заправках дистоплива 22-21 гривну. Поэтому тут они лукавят, что уже дистоплива было заложено. Mm-hmm. И когда мировые цены на нефть упали, и они откатились до уровня 15, 16, 17 гривен, цены же назад не откатились на пригородных и межгородских маршрутах, как и на городских тоже. Поэтому повышение цены на топливо в тарифе уже было заложено. Но опять же, почему это происходит? Потому что монополия на рынке. Когда мы были представлены в конкурсном комитете и говорили, что распределение маршрутов в Николаевской области происходит незаконно.
у предприятия не хватает подвижного состава, предприятие шельмует с данными, но администрация закрывает глаза и пропускает это предприятие, оно выигрывает конкурсы. О чем это говорит? Что коррупционный сговор между бизнесом и властью погубил всю конкуренцию в Николаевской области. И теперь монополист, а мы ничего не можем с ним сделать, на виду общественность, потому что он завтра прекратит осуществлять перевозки. И в таком количестве, например, там 400-500 единиц техники, ну, сразу найти, чтобы перекрыть потребности области, ну, наверное, экономически сейчас будет невозможно. Поэтому грамотный хозяин, хозяйственник делает всегда, чтобы был дублирующий, чтобы была конкуренция. Вот я считаю, что правильно город, например, делать, что должен развиваться и муниципальный транспорт, и частный транспорт. Тогда не получается ни у кого монополии. Если частники начинают, скажем, завышать тарифы, тогда муниципальный транспорт сдерживает это. Это правильная тенденция, и так надо двигаться. Но, увы, у нас, скажем так, чиновники, которые курируют транспортную сферу, они не государственники, не государственники. Они просто на государственных должностях выполняют функции посредника бизнеса. И они отстаивают интересы бизнеса, но ни в коем случае не громады. Поэтому я вам хочу сказать, что повышение тарифов 60-70% экономически не обосновано. Это однозначно. Да, я вам хочу сказать, что если с учетом взять повышение минимальной заработной платы, то где-то повышение тарифа до 30% в течение этого полугода, это как бы ну, реальное, скажем так, ну, экономическое обоснование, то есть с учетом, скажем так, инфляционной составляющей и всех остальных процессов. Это да, но 60-70 это завышенное повышение. А из чего в принципе складывается тариф? Каким образом, вот, кроме дистоплива, там есть еще какие-то? Вы хорошо, очень правильно задали вопрос. Вот смотрите, те маршруты, которые отправляются по данным направлениям, о которых мы сказали, они отправляются с АЭС Дачная. АЭС Дачная принадлежит собственнику этих автотранспортных предприятий. Получается, повышая тариф, они же повышают дистанционный сбор. Понимаете, в чем происходит? Получается, хорошо, вы повышаете тариф на проезд, понятно, апеллируя то, что подорожали запчасти, ГСМ, минималка, но тут же автоматически на этот же процент повышается станционный сбор, а станция находится в их финансовых интересах. Понимаете? Вопрос заключается, но об этом никто не говорит и это не видит. Получается, хотя у нас есть очень большие претензии к самой АЭС Дачной, будку поставили на проезжей части дороги, назвали это АЭС. И фактически из этого складывается себестоимость проезда. И люди, когда платят 17 гривен за проезд, тут в этих 17 гривнах 3-4 гривны это станционный сбор. Это деньги фактически, ну скажем так, полностью теневые, которые, ну, не надо ничего производить, не надо ничего обслуживать. Просто, скажем так, за вывеску АЭС, автостанция, берется сбор. Я вам скажу, я сама, тот человек, который пользуется вот именно этим маршрутом, да. И ездит в Новую Богдановку, у меня рядом дача. Деньги собирают прямо в автобусе. Никто никого не обелечивает. О чем же я вам говорю, что это коррупционная составляющая? Потому что в сговоре идет. Вот мы сейчас уже год судимся с фирмой «Николаев Авто». Осудимся по какому принципу? Мы подали в суд на эту структуру за уклонение от уплаты налога в особо крупных размерах. По нашим подсчетам, которые мы общественность видим на поверхности, те факты, которые они декларируют, они миллионы гривен уводят от уплаты налогов. Мы эти факты предоставили в органы Державной фискальной службы, во все контролирующие структуры. Но парадоксальная вещь, вы понимаете, у нас никто не занимается защитой интересов громады. У нас никто не занимается защитой, чтобы наполнять городской или областной или государственный бюджет. Всем выгодно, чтобы предприятие не платило налоги, но раздавало всем нужным чиновникам кейсы. Поэтому мы год судимся, под всевозможными предлогами суды переносят, затягивают следствие. Ну, все, что можно придумать, делается. Но никто не хочет оставить интересы государства. Вдумайтесь, общественники становятся на защиту государственных интересов. А вся государственная махина, которая должна обслуживать государственный интерес, она противодействует этому. Она помогает бизнесу уклоняться от уплаты налогов. Вот наглядный пример. Сколько общественники бились, чтобы убрать эту автостанцию с Чигрина, пограничной, так называемая 16-я платформа? Ну, несколько лет. Да. И почему общественники бились,
бились и добились, а государственные органы только мзду снимали. И об этом же все прекрасно понимают, что ниоткуда и никуда процессы не уходят. Есть какая-то закономерность. Если, скажем так, я надеюсь, что с приходом нового губернатора в область все-таки начнут прислушиваться и присматриваться к интересам громады и принимать решения в интересах громады, то порядок будет. Если мы будем просто, как всегда, делать лозунги, а не видеть то, что транспортная инфраструктура хереет, транспортное сообщение никакое, как на старых гробах ездили, так и ездят на этих лазах, которым по 30 лет, а они до сих пор еще ездят по нашим дорогам. Вопрос заключается в том, что если бы монополия способствовала улучшению сервиса, если бы мы видели постоянно меняющий подвижной состав. Не так давно прошел городской конкурс на городские маршруты. Там общественники прописали в условиях конкурса, что должны ездить автобусы не менее 18 мест. Вы посмотрите, что в городе ездит. Казалось бы, как только прошел конкурс, как конкурсный комитет пропустил те автобусы, которые в нарушение закона ездят по улицам нашего города. О чем это говорит? Что налицо криминальный сговор городского конкурсного комитета и отвечающий по транспорту против интересов громады. Потому что, прочтите условия конкурса, автобусы класса «Дельфин», которые 14-местные, 12-местные, они должны были уйти в небытие с улиц Николаева или там «Газели» и так далее. Но кто-то же пролоббировал, кто-то дает разрешение на эти автобусы, кто-то подписывает под них договора. Полностью коррупционная составляющая, и это никто не видит. Если возвращаться к тарифам, то есть перевозчик может, там, обосновывая каким-то образом, повышать еще тарифы. Есть ли какие-то ограничения, которые можно или вот контролировать эти ограничения? Понимаете, если органы власти ведут себя с бизнесом как партнеры, то можно, потому что у каждого перевозчика есть договор на обслуживание маршрута с областной администрацией в городе с городской администрацией. Областная администрация может расторгнуть договор на обслуживание тех или иных маршрутов и пригласить другого перевозчика на эти маршруты. Но этого никогда не будет, потому что органы государственной власти с бизнесом это единое целое. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема. Если эту проблему, если сейчас губернатор пойдет по пути, что разделить власть и бизнес, то я думаю, что с мертвой точки это сдвинется. Но опять же... То есть перспективы есть, в принципе. Ну просто понимаете, со сменой власти, с приходом нового губернатора, новой команды, хочется верить, что они пришли сюда не просто как очередные варяги, а что они пришли как государственники, которые хотят навести порядок не только в транспорте, но и в других сферах жизни Николаевщины. Хорошо. Во время прошлой программы мы с вами говорили об изменениях в постановлениях Кабинета министров Украины. Ну, собственно, в этой программе мы тоже уже косвенным образом коснулись. Вот сегодня уже, ну, фактически месяц прошел, да, после нашей встречи последней. Какая судьба этих решений? И, в принципе, вот вы говорите о том, что общественники, ну, смогли решить какую-то отдельно взятую проблему. А прислушиваются ли к общественникам в целом? Я вам хочу сказать, знаете, такая банальная ситуация, как и в Николаеве, так и в государстве в целом, что, увы, у нас роль здорового организма и поддерживает функции здорового организма в государстве только общественные структуры, волонтерские организации, общественные организации, которые на энтузиазме борются, добивают, доказывают правоту тех или иных решений. Государственная машина, увы, действует по принципу угодить, выполнить поручение, но не занимается государственной службой, не занимается развитием ни бизнеса. Что касается Министерства инфраструктуры, чтобы вы понимали, в чем там проблема. Вынесены 4 законопроекта, 4 акта Кабинета министров, которые предлагают реформировать. Двум из них претензий нет, это связанные там с взаимоотношением пассажира, перевозчика в плане перевоза багажа, там все, ну там как бы это все такие технические вещи, там все понятно, с этим можно согласиться. Но есть два проекта, это наказ 700 и постанова 1081, которая регулирует взаимодействие и работу автостанций и проведение конкурсов на городских, пригородных, межгородских автобусных маршрутах. В чем там соль? В законе об автомобильном транспорте четко прописано, что все выдача разрешительных документов на обслуживание того или иного маршрута производится на конкурсной основе. На конкурсной. И четкая бальная система прописана, кто должен принимать, как должен принимать участие. Эту систему хотят поломать. А хотят поломать
Для чего это делается? Ну, скажем так, нас опять пытаются вернуть в 90-е годы, когда был на дорогах хаос, и ездили кто хочет, откуда хочет и как хочет. Почему такое происходит? Сразу хочу ответить вопрос. Потому что реформы, так называемые либеральные, дерегуляционные реформы, проводят те люди, которые не по образованию, не по сфере своей деятельности, ни одного дня не работали в транспорте. То есть они не знают, о чем говорят? Они не знают. Я вам объясню такую вещь. Когда они вывесили на сайте инфраструктуры данные проекты, я вам хочу сказать, сотни обращений со своими замечаниями от профильных ассоциаций всех, со всей Украины было направлено в Министерство инфраструктуры. Они поставили электронное голосование для определить, скажем так, отношение к этим изменениям на сайте инфраструктуры. 90% высказалось людей против этих реформ в том виде, который они предлагаются. Я не хочу сказать, что реформы не нужны. В том виде, который им предлагаются. И 10 за. Но я думаю, это чиновники, наверное, как раз инфраструктуры проголосовали. Мы обратились в общественный совет при Министерстве инфраструктуры. От нескольких организаций сделали таблицы сравнительные. В чем пагубность? В чем противоречие закону? Потому что не может под законный акт быть, скажем так, противоречить закону. Нас поддержали все крупные профильные ассоциации транспортные в Украине, все, начиная от международных транспортных перевозчиков, окончая ассоциацией автостанций, пассажирщиков и так далее. Что происходит? От общественного совета при инфраструктуре мы определяемся провести дату общественных слушаний в министерстве. Начальник департамента Ломской говорит нам дату 23 декабря. Что будут эти слушания. Мы все готовимся к этим слушаниям. А за 10 дней до этого выходит в эфир министр инфраструктуры Амельян, говорит, берет с собой двух карманных общественников. Один из них представляет нелегальный рынок пассажирских перевозок города Киева. И говорит, мы поддерживаем от лица всех транспортников Украины данное изменение. Мы, транспортники, задаем себе вопрос, вы этих людей знаете? Вот кто за ними реально стоит? Никто их не знает, ну или знаем сомнительное ихнее прошлое. И как это министр выходит с двумя общественниками, когда на другую, скажем так, чашу весов стоят сотни общественных организаций, трудовые коллективы, сотни тысяч работников транспортной сферы, которые высказывают против этих изменений, что это нарушает здравому смыслу. Мы 23-го идем на совещание Министерства инфраструктуры, чтобы получить ответ на эти вопросы. А нас туда не пускают. Пропустили 6 представителей общественных организаций, которые более-менее лояльны. Более-менее. И только тогда, когда уже подняли, скажем так, шум, скажем так, те общественные организации, которые, скажем так, очень весомые, как АСМАП, как ВААП, которые сказали, что мы не будем в этом шабаше принимать участие, если вы не пропустите представителей других общественных структур и представителей бизнеса. И когда нас пропустили, вы понимаете, в чем заключается? Власть не хочет слушать ни общественность, ни бизнес. Хамское, постоянно хамское отношение руководства министерства. Ни разу министр не соизволил пообщаться с нами. Хотя почему-то он не общается с общественниками, но выступает от имени общественности и говорит, что нас поддерживает. Замминистры, которые приходят, они приходят так: ой, здравствуйте, извините, у нас срочное совещание. Какое у вас может быть срочное совещание, когда решается судьба отрасли? И поворачиваются и уходят. А почему они уходят? Потому что они не профессионалы. Они случайные люди в этом министерстве. Их туда привели под проекты, раздербанить Укрзалезницу, продать порты или еще что-нибудь. Но они не хотят заниматься реальными реформами. Когда уважаемые люди, бывшие министры транспорта, которые работали еще после сразу развала Союза, которые поднимали транспортную отрасль в Украине, говорят, ребята, нельзя принимать эти постановы, не изменив главный закон об автомобильном транспорте. Сначала меняется закон, а под него меняются все нормативные акты. Но не может быть телега впереди лошади. Когда депутаты Верховной Рады говорят, да что это такое, нам подается проект изменений в закон об автомобильном транспорте, а его никто в глаза не видел. А депутатам предлагается его принять. Но депутаты же есть многие, которые общаются с бизнесом. И начинается вопрос, что общественность, специалисты, никто закон этого не видел. Никто закона не видел. Но откуда-то он появляется в стенах Верховной Рады. Понимаете, идет настоящее шулерство.
Шулерство. И что сейчас? Мы 23-го, когда было совещание, фактически все области, все профильные ассоциации выступили, что в таком виде данный факт, данные вещи принимать не надо. И перевозчики, представители бизнеса прямо сказали, вы не стараетесь не реформировать бизнес, а вы стараетесь перенаправить финансовые потоки с одного кармана в другой карман. И вам все равно, как это будет происходить, угробите вы бизнес или нет. Чтобы простым людям было понятно, что они предлагают. Сейчас, если по закону, чтобы открыть автостанцию, надо разрешение органов городской власти, местного самоуправления. Чтобы открыть автостанцию, необходимо официальный отвод земли. И это позволяет, а я вам хочу сказать, любая автостанция, это как минимум 20, 30, 40 тысяч гривен налога на землю в месяц. А новых, в том, что предлагает министерство, что автостанцию можно открывать без аренды земли. Автостанцию можно открывать, скажем так, на любой будке, на любой станции. Поэтому эти вещи нас, они уничтожают бизнес. Что касается пассажирщиков, ну не может быть заявительным путем раздаваться маршруты. И маршруты могут раздаваться, вы обслуживаете сегодня маршрут, а я прихожу, у меня тоже есть разрешение на этот же маршрут тоже его обслуживать. Фактически, что происходит? Происходит фактически реформы, которые убьют малый и средний бизнес в транспортной инфраструктуре. К сожалению, вот мы должны ставить точку. Последний вопрос. И так, я вот жду на него, да или нет, ответ. Вот очень коротко. Перспективы есть, что закон все-таки не вступит в силу и изменения будут приняты? Или, увы? Мы сейчас обращаемся к премьер-министру Гройсману с просьбой вмешаться в этот процесс и остановить вакханалию Министерства инфраструктуры, потому что, ну скажем так, мы все законопослушные люди, мы налогоплательщики, и мы обращаемся к премьер-министру, спросим, чтобы защитить налогоплательщиков против беспредельщиков, потому что другого как бы варианта мы не видим. Ну що ж, я дякую за те, що завітали до студії. Дякую за таку відверту розмову і на все добре вам у вашій діяльності.